всем желаю доброго утра. Вот так выглядит мой каждодневный макияж. Конечно, камера чуть по-другому все передает, намного проще. Так, еще проще выглядит все в реальности. Чуть-чуть подкрасила губы, скулы, чуть-чуть теней, конечно же, бровки. И вот такой у меня каждодневный макияж. Трачу я на него, 15 минут времени своего. Напоминаю, что мой макияж не супер профессиональный, здесь не будет всяких пшикалок, мазюк, каких-то непонятных названий, все максимально просто. Я использую сразу никакой базы. Эта тональная основа очень приятная, очень легко наносится. Тональную основу в последнее время я наношу вот так просто руками, мне не хочется брать ни кисти, ничего, максимально хочу прочувствовать этот процесс. Вот у меня такая старая палетка теней, и этими же вот темно-серыми тенями матовыми я буду рисовать свои брови. О боже, что ты делаешь? Ты красишь брови тенями для глаз. Да, именно так. Мне нравится цвет, мне все подходит. Не всегда я все использую, как написано в применении, так что не удивляйтесь. Главное, что мне нравятся мои брови, и вы всегда спрашиваете, как я их крашу. Вот так, все максимально просто. Эта палетка многофункциональная. Форма бровей такая у меня от природы, я их чуть-чуть подщипываю и никак не изменяю больше. Вот такая у меня еще есть палетка. Я беру бежевые матовые тени и наношу ее на все веко. Потом край глаза я затемняю более такими темными, коричневыми тенями. Они чуть-чуть с блесточками такие. Тени очень нежные, очень теплые. Они сделают мои глаза более выразительными. Ах, я не так часто озвучиваю бьюти-видео. Это, наверное, второе на моем канале, поэтому простите. Мне не хватает лексики, я описываю все максимально просто, как могу. Возле ресницы еще чуть-чуть прорисовываю темно-серыми тенями. Еще вам показываю макияж девочек, которые делали тоже с этой палеткой свой макияж. И вы можете посмотреть, возможно, вам тоже такой вариант подойдет. Очень красиво получается у девочек. А тут я так внимательно смотрю, поставили ли вы лайк мне за это видео. Спасибо. Вот такая у меня тушь, я не знаю, наверное, покупать больше ее не буду, в принципе, я была ею довольна, но я всегда с тушами экспериментирую, всегда покупаю новые. Верхние ресницы я прорисовываю этой тушью, нижние ресницы уже своей другой, новой, кстати, тушью. Тут кисточка не такая большая, поэтому она мне больше подходит. Прорисовываем край глаза черным карандашом, чтобы наши глазки были более выразительные. И я очень рада новому приобретению, и просто я даже подумать не могла, что это такая коричнево-красная пудра, смесь такая бордовая, даже можно сказать, что она настолько будет хорошо смотреться на скулах и будет мне подходить. Я чисто случайно думаю, попробую, и мне понравился эффект. Беру свою вот такую пушистую щеточку, к сожалению, она мне не чистая, простите, она очень хорошо растушевывает все. Беру вот такой хайлайтер, тут все просто. Носик, верх губы под губой. Это такая моя помада, я ее очень люблю. Она со мной и в огонь, и в воду, она постоянно со мной, уже скоро заканчивается. У меня чуть-чуть влажные волосы, я их еще раз расчесываю, они высыхают естественным путем. Все, девочки, оставайтесь красивыми, бодрыми. Всем хорошего дня, хорошего утра. Просыпаемся, делаем зарядку. В последнее время я делаю зарядку, покажу вам. Какую? Каждый день стараюсь не забывать делать вакуум, потому что у меня проблемы с животом, я вам уже в предыдущих видео показывала, к сожалению, так что работаем над собой. Я и себе обещала, и вам обещала, говорила, что буду так делать, так что возвращаемся в свою форму. У меня чуть-чуть, знаете, такие влажные волосы, и
они вообще-то не такие рыжие, как вы сейчас вот видите вот здесь. Они вообще не такие, но это ж камера. Вот знаете, это такой как пример, вот как видеть эта камера, как это в реальности, это совсем по-другому. Также же и во влогах. Не воспринимайте мою жизнь так, как вы там видите во влогах, так, как вы видите в видео. Мы не можем, вот даже если очень хочется передать реальность, не получается передать вам. Что-то, да, мешает, что-то, да, так и... Мы стараемся донести вам все, как оно есть, но иногда, даже если мы очень стараемся, это невозможно. Поэтому, поверьте, реальная жизнь и та жизнь, которую мы успеваем выкладывать в соцсетях, она чуть-чуть отличается. Так было и есть всегда. У меня волосы чуть-чуть влажные, я их не сушу феном. Если вот срочно нужно выходить, тогда сушу феном. И он у меня уже, так честно, сколько много лет мне Лиля подарила, вот сколько он мне служит верой и правдой, но уже там что-то барахлит в нем. И вот у меня они так высыхают. Я не знаю, вот я как девушки вот так ходят, вот так у них все красиво, вот так вот тут лежит. У меня так вот раздражают эти волосы, которые мне сюда на лицо. Я всегда вот хочу их вот так, ну, заколоть и туда. Вот тут вот так. Так и красивее, мне кажется. Но есть девушки, которые вот так ходят, и им не мешают волосы, когда они ложатся на лицо. Мне мешают. А вот так ухайненько.